Страшные игры. Это жуткая игра, которая называется The Thatcher, что в переводе означает театр. Эта игра была сделана в 1993 году. Также в игре присутствует один дядька, это билетер. У этого дядьки был огромный красный ротище. Одет он был в розовый пиджак с черными штанами. Некоторые говорят то, что этой игры не существует, но на самом деле это не так. Игра продавалась на базарах, но из них найти оригинальный диск было очень трудно. Единственное, чем отличался оригинал от своих копий, это обложкой. Она выглядела именно так. Виды дисков с этой игрой были CD и DVD. Но игра все равно является легендой, несмотря на то, что были диски. Если вы хотите продолжения, ставьте лайки и не забывайте подписываться.